Власти Сургута планируют в 2020-м отремонтировать дороги в дачных кооперативах. Чтобы обновить асфальт, организовать карманы и остановки, необходимо 63 миллиона рублей. Сумму уже рассматривала бюджетная комиссия. Об этом журналистам рассказала председатель Думы муниципалитета Надежда Красноярова. Необходимость в обновлении дачных дорог возникла вместе с вопросом о подвозе детей, которые живут за городом, в образовательные учреждения. Рабочая группа исследовала все дороги, по которым ездят школьные автобусы, и составила перечень магистралей со списком работ. Для аренды спецтранспорта, который будет курсировать по учебным заведениям и обратно, необходимо 35 миллионов рублей. До конца года вопрос решили, объявив конкурс на постоянные рейсовые перевозки. Депутаты хотят проанализировать спрос на регулярные маршруты. Возможно, оставить их будет более простым и более выгодным выходом из положения. Надо понимать, какой автобус и для чего. Может быть, будет выгоднее пустить регулярный рейс, на который могут сесть и взрослые жители, и дети, либо там, то есть оно детей, наверное, кто-то сопровождает, бабушка или там, нельзя, то есть одних отпускать. Деньги предусмотрены, это полномочия городской администрации, поэтому до тех пор, пока не будет обеспечена шаговая доступность для каких-то детей, мы обязаны их возить.